Всем привет! Хочу рассказать вам один способ, как тренировать экстрим-вокал дома для того, чтобы не уничтожать тех, кто живет дома, и соседей. Итак, все просто. Вы берете полотенце и делаете из него некое подобие микрофона. И, соответственно, если даже вы в душе, либо еще когда вам охота потренироваться, вы берете полотенце и фигачите экстрим-вокалом. Как вы видите, разница в громкости существенная. Старайтесь, чтобы у вас полотенце не перекрывало поток воздуха, чтобы она не мешала вам. И смотрите за тем, чтобы все было круто. То есть вы должны хорошо все-таки слышать себя, поэтому я в ванной. Здесь я слышу себя отлично. Я слышал, что некоторые используют для этого подушки. Ну, в подушку кричать, наверное, не очень удобно. Так что советую вам что-нибудь в этом роде. Либо возьмите какой-нибудь свитер, балахон, либо что-то подобное. Рубите металл.